По лівому березі, пане Романе, в нас є відео наших морпіхів. Давайте подивимося, а потім я поясню, чому ми його можемо показувати. Добрий день. Восьмий день непосильної праці. Скільки крові, скільки поту. Не без втрат, звісно, да, ми згодні, що це війна. Нам тяжко, ми хочемо їсти, хочемо пити, хочемо додому, хочемо бачити рідних, але ми стоїмо, а також двигаємося вперед. Двигаємося, щоб загнати цього ворога до себе, туди, в будку. Ми любимо свою країну. Що я вам скажу, хлопці? Слава Україні, слава морській піхоті! Героям слава! Це, пане Романе, морська піхота, хлопці наші, от якщо ми глянемо на карту, відео з населений пункт Кринки, це лівий берег. Генштаб про це, звісно, мовчить. Чому вирішив це відео показати? Тому що вже мільйони переглядів, всі його бачили, всі про нього знають. Відповідно, хотів би запитатися, яка є повідомлення від Інституту вивчення війни, що ми вже контролюємо на лівому березі частину Кринок, а частина Кринки є в сірій зоні. На підтвердження цього хочу додати, що є зміна в керівництві російської армії, тому що Путін поміняв, власне, Дніпро, напрямок Дніпро, їхні військові, замість Макаревича поставив Теплінського. Це генерал-полковник і це уродженець, власне, Донецька. Чи справді ви вважаєте, що є проблеми на цьому напрямку в росіян? Діло в тому, що там кілька сот кілометрів Херсонського фронту для росіяни його закрити не можуть. У них це вся велика проблема. Лівий берег Дніпра теми силами і средствами, які у росіян зараз залишились, невозможно удержать. Вони це прекрасно знають, чому і Теплінського поставили. Для того, щоб мобільно, а Теплінський – це командуючий десантурой російської, а десантники – це мобільні війська, так називаємо. У них навіть большинство коробочек плавающие, то есть бронетехника плавающая, для того, чтобы успеть отреагировать на возможное, допустим, форсирование Днепра или создание плацдарма, расширение плацдарма малыми силами, то есть недостаток войск, вот они пытаются перекрыть вот такой мобильностью. Потому и Теплинский там появился, наш Донецкий, родился на Донбассе, и уже в его руки в крови дончан и украинцев там, наверное, тысячами. Потому сейчас его перебрасывают еще и на левый берег. Ну, долго он жить однозначно не будет. Я думаю, наша морская пехота, тем более там есть информация, была в информационном поле о том, что морпехи сейчас заходят, те, которые обучались в свое время в Великобритании. Английская корона нам предоставила такие услуги по обучению морской пехоты. И, скорее всего, вот эти герои наши на левом берегу выполняют боевые задачи. Пане Романе, якщо згадувати Авдіївку, біля Роботина у нас є тактичного характеру просування. Щодо Авдіївки, про це каже наше командування, що зібрали росіяни наразі там в тилу 40 тисяч бійців, будуть продовжувати нові хвилі штурмів. Але що цікаво, вони кидають м'ясні штурми без підтримки артилерії. Це вже аналітики Інституту вивчення війни кажуть наступне, що без техніки, без арти, просто штурмові загони, не підготовлені штормзети, зеки кидають на убій на Авдіївці. Це є бажання виснажити наші позиції? Мы с вами говорили об этом. Россияне в свое время накопили сил, средств на где-то 1,5-2 недели. Как-то вот был разговор, что через 1,5-2 недели у них будет провисание по боеприпасам. Наши партизаны знают прекрасно, где что расположено. И еще и повыбивали, да, передавая эти координаты этих складов. Но они все-таки рассредоточились, и вот они отработали весь боезапас, который у них был, и сейчас вот это затишье, как раз накопление боезапаса следующего, для следующей, третьей волны, скорее всего, последней в этом году перед дождями. Если дожди где-то через пару недель начнутся, вот это последняя будет волна. Если
их перетянет туда ближе к декабрю, может еще одну волну создать четверку. Но, скорее всего, вот эта последняя волна, они сейчас накапливают боеприпасы, накапливают технику, почему техника сразу не выходит. То есть они это все в накопление перевели, а бросают действительно для того, чтобы держать линию фронта в таком горячем состоянии. Они, кстати, не зарываются. То есть если они сейчас перестанут наступать, то, естественно, наши войска их отгонят на стартовые рубежи, потому они в таком режиме наступления — это лучшая оборона — постоянно давят, естественно, теряя своих людей, а это действительно живые штурмы, вернее, такой мясной штурм, живая пехота пока еще пытается наступать, попадает под огонь, отминусовывается, и дальше следующие идут. Стормджет не жалко, так как это в основном сидельцы, собранные по тюрьмам, их используют в качестве такого давления. Но идет подготовка. 40 тысяч, конечно, это не в районе Авдеевки, это в общем районе. Примерно такое же количество войск в районе 40 тысяч, в районе того же Купянска. Но это же не в Купянске, то есть это целый район Купянск-Сватово. Тоже примерно 40 тысяч в районе того же Бахмута, такая же группировка в районе Кременной. То есть это такой стандартный набор российских армии, которые выполняют задачу на ширине фронта где-то в 100 километров. Вот они, эти 40 тысяч, имеется в виду, что это на глубине фронта, дивизионной глубине, опять же, где-то до 50 километров. Но это весь состав вооруженных сил России, они, естественно, в этом районе, они, естественно, им всем не пользуются, а выполняют задачу на ширине фронта 5-7 километров в районе Авдеевки и не более того. Но в ближайшее время готовность у них однозначно будет для выполнения штурмовых действий уже с помощью, вернее, с поддержкой техники авиации и артиллерии. Потому ждем, готовимся. Мы также накапливаем свои силы, средства и боезапасы.